Не слышу, как вы вошли. Добро пожаловать в рубрику «Спросите того парня в очках». Я нахожусь в тесной замкнутой комнате и страдаю клаустрофобией. Что мне делать? Это очень хороший вопрос. А ответ? Выбирайся оттуда. Ты что, глупый? Если ты боишься замкнутых пространств, не находись в замкнутых пространствах. Ну а теперь давай рассмотрим ситуацию, когда ты не можешь выбраться оттуда. Это значит, что ты настолько глуп, чтобы там оказаться. Что означает, что ты заслужил там быть. Господь не награждает глупых людей. Только тех, кто смеется над глупыми людьми. Как я. Да. У тебя есть мировые рекорды? Да, у меня мировой рекорд. Мне чаще всего задают этот вопрос. Я удерживаю этот рекорд, потому что я плачу кое-кому, чтобы он спрашивал меня снова и снова. Вот его фотография. Экстраординарно. Если все, что возвысилось, должно пасть, куда же, блядь, тогда деваются мои воздушные шарики? Они отправляются в рай шариков. Магический мир, куда все шарики отправляются умирать. В рай шариков нет клоунов и карнавалов, а также детей, которые дергают за шнурок и бьют их. Там только гелий. Сотни-сотни гелия, благодаря которому шарики ловят кайф. Отсюда и выражение «летает, как шарик в облаках». Я не ношу трусов. Я упал с моей кровати и сильно ударился головой. Теперь я страдаю от невероятной эпичной амнезии. Как меня зовут? Тебя зовут Адам, и ты мой личный раб. Ты упал с чужой кровати, потому что искал еще рабов. И, очевидно, получил амнезию. Но теперь ты должен вернуться ко мне и делать все мои злые дела. Такие как готовка и уборка, починка моей машины, и ты должен отдать мне все свои деньги и кредитки. Ты все время так делал и смеялся. Так что, пожалуйста, возвращайся ко мне домой, чтобы я мог вновь морально и физически тебя сломать. И если кто-нибудь из вас думает, что я вру, заткнитесь. Мне тут все налаживается. Полицейские сказали, что я не могу ехать со скоростью 200 миль в час. Почему? Потому что гаишники сраные говнюки. Это тот парень в очках. Не существует глупых вопросов, пока вы их не зададите.